Экс-чемпион мира в 5 весовых категориях, 39-летний американец Флойд Мейвезер в своем крайнем интервью назвал себя лицом не только профессионального бокса, но и ММА. «Я не только лицо бокса, но и лицо ММА. Я не боец ММА, но я поддерживаю все контактные виды спорта. Я не слежу за боями по правилам ММА, но каждый раз, когда я вижу бойца ММА, он хочет сделать со мной фото. Я фотографирую с ними, потому что они проходят через многое. Все бойцы проходят через многие испытания, чтобы достичь того или иного уровня. И бойцам ММА, как и боксерам, приходится многое преодолевать на этом пути», – заявил Мейвезер. Андрю Уорд на своей странице Instagram написал обращение к Флойду Мейвезеру-младшему, который ранее заявлял о том, что Вирджил Хантер не является хорошим тренером. «Флойд, сколько еще людей ты собираешься раскритиковать? Ты находишься в том положении, когда можешь улучшать бокс и людей в нем, а не рвать их, особенно молодое поколение. Не становись очередным критиком, с которыми ты сам боролся всю карьеру. Нам нужно с умом подбирать слова, потому что люди слушают», – написал Андрю Уорд. По информации издания Boxing News 24, американский боксер Дэниел Джейкобс сказал, что не боится чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина. «Я не боюсь Головкина. Мы оба можем бить больно, потому что мы боксеры. Пусть победит сильнейший. Я нокаутер. Думаю, у меня будет шанс», – сказал Джейкобс. Напомним, что бой боксеров состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.